В этом году земляне могут наблюдать целый ряд астрономических явлений, в том числе солнечные и лунные затмения, метеорные потоки, прохождение достаточно крупных астероидов. Так, например, потенциально опасный астероид в эту субботу сблизится с Землей. Небесное тело диаметром в 250-570 метров пройдет на минимальном расстоянии от нашей планеты 6 июня в 6 часов 20 минут по московскому времени. Волноваться не нужно. Каждую неделю пролетают астероиды, ну, размерами так от 20 до 200 метров. Расстояния приличные. Они считаются потенциально опасными, но на самом деле они проходят на расстояниях, ну, от 600 тысяч до 1,5-2 миллионов километров. Вообще расстояние менее 7 миллионов километров считается опасным. Но в землю они не попадают, поэтому реальной опасности нет. Ученые прогнозируют, что астероид пролетит на расстоянии в 13 раз дальше, чем орбита Луны. Помимо этого астрономического явления, нас ожидают и другие события. 2020 год оказался богатым на затмения. Всего их 6, 2 солнечных и 4 лунных. 5 июня будет полутеневое лунное затмение. Правда, простой обыватель вряд ли сможет его рассмотреть. А вот кольцеобразное солнечное затмение, которое состоится 21 июня, мы сможем увидеть. В той зоне, где оно пройдет, там Северная Африка, у них кольцеобразное солнечное затмение. Коротенькое, порядка 10 секунд будет колечко это вокруг Солнца видно. Ну, у нас рано утром 1/10 Солнца частичное можно будет увидеть. Самое зрелищное астрономическое явление этого года мы сможем увидеть в июле и августе. Это метеорный поток Персеиды. Звездопад будет особенно хорошо виден вдалеке от города в теплую и ясную погоду.